светофоры для водителей, три глаза, да, три сигнала. Красный, желтый и зеленый. Правила дорожного движения должен знать каждый, уверен ученик второго класса Радамир. В таком юном возрасте он может похвастаться своим багажом знаний о безопасном поведении на дороге. Когда красный свет, никуда нельзя ходить, только нужно стоять и ждать. А желтый свет – это означает внимание, а зеленый – уже можно идти или ехать. А еще нельзя никогда их нарушать, потому что если нарушишь правила дорожного движения, можно покалечиться и стать инвалидом. В гости к ученикам пришли сотрудники госавтоинспекции. Рассказали о правилах дорожного движения для пешеходов в форме игры. Детям тема понравилась, активно включились в беседу. Мне очень интересно было слушать про то, как переходить дорогу и про всякие разные пешеходные переходы. Акция проводится каждый год. Сотрудники госавтоинспекции считают, важно напоминать детям о необходимости соблюдать правила. Сегодня в Одинцовской лингвистической гимназии прошел урок безопасности в формате игры для того, чтобы дети усвоили и применяли в жизни навыки безопасного поведения на дороге. Затронули все важные темы – дорожные знаки, светоотражающие элементы, пешеходные переходы. Для максимального эффекта раздали детям памятки. Эмилия Ракелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцово».